После создания Украинской ССР Харьков стал первой столицей Украины. 24 июня 1934 года столица была перенесена из Харькова в Киев. И спустя 80 лет Робинзон Тиви решил узнать у харьковчан, готов ли Харьков снова стать столицей Украины. Нет, я думаю, не нужно возвращать прошлое. Ну, конечно. Ну, вам этого хочется или почему, какие причины? Я вообще с Полтавы. Я хочу, чтобы Полтава была столицей Украины. Не знаю, думаю, готов. Это не от нас зависит, о том, что пусть остается таким, как есть. Спасибо. Молодежным городом. Конечно, готов. Ну, думаю, потому что здесь бы все деньги были не так, как в Киеве. Пусть будет Киев. Конечно, всегда. Да, готов. Да, конечно. В последнее время наш город просто расцвел, поэтому вполне допустимо такой вариант. Тем более мы из Киева. И все равно признаем первенство. Готов. Да, готов. Почему? Красиво. Очень красивый, прекрасный город. Почему бы нет? Он достоин этого, да. Не меньше, чем Киев. Ну, наверное, даже больше. Я люблю этот город очень. Я очень рада. Вот сейчас я по парку гуляла, мне очень понравилось. Очень, очень красиво, очень нарядно. Даже настроение повысилось. Несмотря на все сложности в жизни, но мне лучше. Я люблю этот город. Я буду за него до последнего. Наверное, да. А почему вы так? Ну, потому что есть чем гордиться. Много сделано за последние 30 лет, поэтому почему нет? Думаю, да, почему бы и нет. Ну, в принципе, Харьков, наверное, и так первая столица, концерты будут у нас приезжать, а не в Киев. А так, в принципе, я думаю, Харьков и так не намного отстает от Пумы, это очевидно.